Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. От Бога в нашу природу, в нашу человеческую природу вложены чувства, которые трогают, беспокоят силы души. Мы чувствуем, когда поступаем неправильно, и через совесть чувствуем сигнал неправильного поведения. Мы чувствуем свою ограниченность, свое несовершенство. И это вложено в нас Богом, чтобы мы правильно действовали в этой жизни. Но часто сатана входит в эти силы души, и, паразитируя на них, он начинает их усугублять. Чувство своего несовершенства, нашего несовершенства, он усугубляет до ущербности. Чувство вины он доводит до депрессии, до болезненных состояний. И этим самым он парализует человека, вводит в отчаяние. Так что вроде бы человек, вроде бы и кается, но кается в признании своего греха, а дальше ничего не происходит. Потому что вот дальше сатана усугубил и парализовал нас в отчаянии. Мы опустили руки, и дальше мы ничего не делаем. Сегодняшнее евангельское чтение. Смотрите, маленький ничтожный человек. Сегодня мы вспоминаем мытаря Закхея. Маленький ничтожный человек и по росту, и по виду, и по внутреннему состоянию. Это мытарь, мытарь, который собирает налоги со своего же народа. И, казалось бы, вот традиционно, как сатана действует. Приходит Христос, толпа народа, он меньше всех ростом. Да я все равно не протиснусь. Я все равно ниже всех, я ничего не увижу. Я не смогу подойти, толпа меня оттеснит. А еще больше, глубже, да я же ничтожество. Вдруг я сейчас подойду, а он скажет: отойди от меня. Ты ничтожный человек, не оскверняй мою святыню своим ничтожеством. Но вот в этом человеке живет здоровый дух, вопреки его ничтожеству, ничтожеству его роста, ничтожеству его положения, ничтожеству его внутреннего состояния, в нем живет здоровый дух. Несмотря ни на что, вопреки, он употребляет усилия и ищет средства. Я мал ростом, я полезу на дерево. Из дерева увижу. Смотрите, какое вдохновение, какое дерзновение вот этого маленького человека. Лезет на дерево, чтобы увидеть Господа. И тут же вот все вот эти достойные, которые вокруг Господа, никто из них не сподобляется таких слов Господа. Закхей, спускайся, сегодня я обедаю у тебя. Господь выбирает самого ничтожного, самого маленького, но самого дерзновенного, который действует вопреки своему ничтожеству. Его любовь превозмогает его гордость, его мнительность, боязнь того, что а вдруг его отвергнут. Его любовь все превозмогает. Он лезет на дерево, карабкается. И слышит такие слова: «Вот у тебя я сегодня и отобедаю». И заходит к нему, и вот эти благочестивые, в кавычках, начинают смущаться. «Ну почему не у меня, не у меня? Ведь мы более достойны, чем вот этот нехороший человек. Ведь это мытарь,
Они начинают смущаться. И даже их смущение вдруг действует в сторону Господа. А что он не видит? Ведь он должен видеть. Ведь он должен быть сердцеведец. Ведь он должен быть прозорливец. Неужели он не видит, кому он идет? Кого он предпочитает нам? Так вот, любовь Божия предпочитает смиренных. И им дает благодать. Как говорит Священное Писание, на кого воззрю? Только на кроткого и смиренного, и он получит мою благодать. В других религиях благодать получают достойные, а в православии получают благодать смиренные. Вопреки, в противоречии к логике, да он не должен. Так вот ему и дает Бог. Сатана всегда старается усугубить наше покаяние, усугубить видение наших грехов и довести нас до отчаяния, парализовать нашу деятельность, чтобы наши руки опустились. Я понимаю, когда в покаянии опускаются глаза, опускается голова, человек стесняется сам себя, стыдится сам себя. Глаза могут опуститься, голова может опуститься, руки не должны опускаться, должны действовать. Ты должен действовать. Если у тебя не хватает мужества, внутренних сил, лететь к Богу, беги. Не хватает силы и мужества бежать, иди. Не хватает мужества бежать, ползи. Если нет даже сил ползти, ляжь в сторону Христа, в сторону Него головой, ляжь и возопи: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе». Если даже нет сил вопиять, просто смотри в Его сторону, Он тебя увидит. Как мы часто не чувствуем друг друга и не чувствуем ситуацию, да? Вот бахает дверью, бахает, 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 и не чувствует, что мешает нам, да? Потерпеть? Потерпим. Потерпим. Но каждый из нас должен быть деликатен, каждый из нас должен чувствовать. Чувствовать не только себя, но рядом, что люди стоят. Мы должны чувствовать, что на Божественной Литургии сейчас все устремлены в алтарь. Остановись, ну не ходи по храму, не ставь свечи, не шурши, не греми. Ты должен чувствовать, ведь это не что-то сверхъестественное, но это просто настолько элементарные вещи воспитанности просто. Богу нашему слава! Всегда, ныне и присно, и во веки веков.